Динамичный, силовой, жесткий. Стритбол – один из любимых видов спорта металлургов. Ежегодно команды подразделений ОМК встречаются на площадках базы отдыха «Металлург», чтобы добыть заветное золото. Эти состязания в зачет 29-й рабочей спартакиады не стали исключением. Стритбол – спорт с характером, рожденный на улицах, дерзкий, стремительный и демократичный. Он требует гораздо меньшего, чем классический баскетбол. Для игры достаточно одного кольца, трех игроков с каждой стороны и всего 10 минут времени. За этот вроде короткий временной отрезок, но наши, можно их сказать, работники-спортсмены устают так, можно их нагрузку с марафоном можно сравнить. То, что очень такая колоссальная идет нагрузка, игра очень быстротечная, очень такая ритмичная и энергозатратная. Соревнования в зачет 29-й рабочей спартакиады ОМК проходили по двум подгруппам. В каждой были схватки, за которыми было интересно наблюдать. Конечно же, самый высокий накал страстей в битвах за призовые места. Так, во второй группе цехов красивую игру показали команды цеха отделки проката, фабрики окомкования и металлизации, управления по производству запасных частей. Но именно сотрудники УПЗЧ оказались сильнее и взяли заветное золото. А в первой группе цехов одной из самых захватывающих встреч стало противостояние второго прокатного цеха и ремонтно-механического управления за второе место в турнирной таблице. Половину матча лидировали прокатчики, но команде ремонтников удалось сравнять счет, а потом и уверенно обойти соперника. Итог игры: у первого прокатного бронза, у команды РМУ серебро. Ну, мы с ними всю жизнь вместе бок о бок играем, вот, поэтому нет смысла как-то агрессивно действовать. Вот. Просто играть, просто получать удовольствие и все. Первое место в этой группе заняли игроки электростали-плавильного цеха. Впереди у спортсменов-металлургов целая череда летних видов спорта, результаты соревнований в которых смогут существенно повлиять на финальную турнирную таблицу.